на нашей сцене музыкальный коллектив Дворца культуры Шевченко «Мелита Бэнд», руководитель Андрей Федосеев. Сегодня в этот уже новогодний, свершившийся январский вечер они дарят вам свое творчество. Итак, встречайте бурными аплодисментами «Мелита Бэнд». Комитета Мелитопольского городского совета. Я хочу всех вас поздравить с наступившим Новым годом. Это самый светлый и семейный праздник. И пусть в ваших семьях всегда будет достаток, благополучие, здоровье, счастье. Пусть ваши дети вас радуют. Пусть ваши родители своим теплом и пониманием окружают вас всегда. Я хочу вам пожелать всего самого наилучшего. И пусть все перемены, которые вы загадали в своей жизни в новогоднюю ночь, будут у вас обязательно красочными, яркими и немножечко волшебными и сказочными. И сегодняшний дебют нашего нового ансамбля будет первым подарком из череды всех подарков, которые приготовит этот замечательный год. С праздником! Всего вам хорошего!